Доброе утро. Сегодня 14 февраля 2021 года. День влюбленных. Всех поздравляю с днем влюбленных. Любите друг дружку круглый год, а не только в этот день. Так, а что у меня? А у меня, как обычно, утро начинается с домашнего хозяйства. А уже к вечеру будет романтический ужин у нас. Ля-ля-ля. Во-первых, утку вчерашнюю доедим. Слушайте, такая бомбейская утка, вообще просто очень-очень вкусная. Это порода утка шипун, это, говорят, мясные породы. Ну вот вы знаете что, я не знаю, какая-то я закаканная хозяйка. У меня все время вот так вот листы пригорают, вот это водичкой залила, чтобы оно пооткисало. Не знаю, уже я подстилала когда-то бумагу такую вот. Пергаментную. Вы знаете, к пергаментной бумаге, наоборот, все прилипает, потом, если с этой бумагой кушаешь. И фольгу такую тоже делала, фольгу. Не знаю, она тоже вот это кусочками бывает прилипнет. Потом тоже ее, то начинаешь во рту, попадется кусочек. Ну ладно, пусть откисает, ничего страшного, помою. Внешне на выставку. Понаходила у себя бурячок. Такой несчастный. Думаю, отварю бурячок, отварю морковку, потом картошку. Ну, типа винегрета сделаю, соленые огурчики туда. Вот, так что, вот так вот занимаюсь хозяйством. Сегодня вечером пойдем погуляем в Зеленый Гай. Эх, где мои 10 лет? Когда люди на саночках катались. Уже взрослая тетя, не покатаюсь. А так можно было, там такие горки крутые, можно было бы и скатиться. Так, ну что, пошла дальше, надо попылесосить. Пошла дальше заниматься делом. Доброе утро, Барсик. Ого, сколько ты водички пьешь. Да? Пить захотелось. Пей, пей, малыш. Что, решила ручки помыть? Да. Все, Барсик. Все, это ты так умылся, попил водички и лапку помыл. Это обозначает. Лапку намочил. Все, надо еще покушать. Не все доел. Да, не все доел. Ну, поешь. Поточи свои сухарики. Точи, точи. Кушай. На улице минус 10. Снежок лежит. Я открыла окошко. Прохладненько. Ну, хорошо, солнышко. У меня, конечно, здесь теневая сторона. Солнце практически вообще не попадает. Тут живу как-то в подземелье. Кто там ходит? О, работнички приехали. Заглядывают. Это приехала какая-то машина. Наверное, откачивать что-то будут. Сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Гребут, гребут. Давайте, долбайте мерзлую землю. На улице минус 10, а не землю долбаю. Следующая, а ну-ка, давай я. Я сейчас быстро, ага, позбиваю. Ну, работайте, работайте. Бурячок варится с морковкой. Картошку чуть попозже положу. Вот так вот. Так, ну что, бурячок отварила. Морковка, соленый огурчик, синий лук, картошечка, пахучее масло, перчик, солька. Все, сейчас буду делать салатик себе.
Еще бы неплохо, конечно, кислые капусточки сюда добавить. Ну, не знаю, сейчас выйду на улицу, прогуляюсь, может быть, куплю, потому что, ну, сделать не сделала. И чтоб уже как винегрет был, можно туда или горошек купить, или фасольку купить в баночках. Ну, посмотрю. Пока это все нарежу, сложу, перемешаю. В принципе, и так все можно кушать. Да, огурцов пошло у меня достаточно. Не буду никакой кислой капусты добавлять. Ой, ну будет это не винегрет у меня называться, а просто овощной зимний салат. Да и все, делов-то. Буду я еще ту капусту покупать. Итак, нормально. Бурячок, морковка, картошка, лук и кислые огурчики соленые. Пахучее подсолнечное масло я на рынке покупала. И чуть-чуть перчика. Все. Ну. Ха-ха-ха. Я думаю, все бы сейчас с удовольствием вот так ложечку в рот бы. Ам! И съели бы. Так. Все. Перекладывать буду в тарелочку. Приятного мне аппетита. И вам тоже. Вы знаете, открыла холодильник, начала наводить порядки, посмотрела, что у меня там стоит уже давным-давно открытая консервация. Ну, если честно, мне уже не хочется это кушать. Хотя, ну, еще неплохой. Я обычно вот такие вот продукты, их не выкидываю. Я сейчас кулечек и пойду к мусору вынесу. Я вот так ставлю наверху. Может, кто-то для живности забирает. Или кому там надо на закусон. Вот. Оно неплохое, я вот честно вам говорю, неплохое. Ну, как-то мне уже не хочется. Оно когда уже простояло открытое, вот, уже как-то не хочется. Так, каждый год думаю, буду меньше консервировать. Зачем я это делаю? Чтобы потом выкидывать. У меня даже тут и зеленые помидорки были, и красные помидорки, болгарский перчик, огурчик там есть. И острый перчик где-то там под низом болтается. Так, иду на улицу. Спишь, Чип? Спишь, мое солнышко? Хорошо на одеялке, да? Мой зеленоглазый. Хорошо тебе спится? Чему изюльки? Так, следующий. Барсик возле батареи на лежанке. Ой, сонная мордочка, помятая. Да, щеку помяла батарею. Да, а горячий какой, нагрелся. Да, Борсичек, Борсичек. Хорошо на батарейке, возле батарейки щечку и бочок греть. Сельвачка. Ты спала? Ты спала, моя маленькая. Ты спала, моя хорошая. Да, мой зёйкин. Сильвочка, спала? Спала, моя красотка. Спала? Ой, что-то глаза не до конца открывают. Вот так вам.